Привет всем! Привет, зрители моего канала! Знаете, что мне попалось в рекомендациях? И страшно меня удивило. Хутор Тимура. Я открыла, а там Тима. Представляете? Канал себе создал новый. Я рассказываю своим зрителям, что я наткнулась в рекомендациях на новый канал. Ты что, себе канал открыл? Я не хотел никому говорить о нем. Я думал, просто буду снимать туда ролики. А потом подумал, что люди в Телеграм обидятся потом, что я им не сказал ничего. Ну, конечно, постоянные зрители обидятся, ну, я согласна. Я решил, что давай скажу. А потом и на основной ролик коротыш выложил, что если кто-то хочет, без грязи, без вот этой всякой... В общем, без мата, без ругани, пускай заходит, по-человечески смотрит, если хотят. Да, у Тимы новый канал. Как называется? Хутор Тимура? Да, Хутор Тимура. Или Тимура Хутор? Нет, по-моему, Хутор Тимура. Вот Хутор Тимура. Если вам интересно тоже, то, пожалуйста, заходите. Мне очень понравился первый ролик. Очень. Я сама его посмотрела. Я его еле-еле записала. Я сама его смотрела два раза. Очень интересный. Настоящий фильм про какую-то жизнь каких-то людей в деревне. Все там Тима подробно рассказал. Интересно. Совсем не похоже на предыдущий ролик. Про рекламу, ну, когда вот была объявлен о создании канала «Один в деревне», там ролик не такой интересный, он был маленький и ничего-то не рассказал. А этот прям очень интересный, настоящий фильм. Фильм о жизни человека. Интересно. Ну, а кому интересно, заходите смотреть. Да, пожалуйста, я оставлю ссылку. Оператор, зовем в гости, пожалуйста, не за что. Тоже выросло уже. Начал рекламировать другие каналы. Ладно, ладно. Я не рекламирую, я просто хотела поделиться новостями.